представляем вашему вниманию хирургический светильник Армед L7412. Данный осветительный прибор представляет собой четырехрефлекторный бестеневой передвижной светильник простой конструкции, предназначенный для освещения рабочего поля во время хирургических операций и диагностических медицинских исследований в условиях стационара, а также в перевязочных. Светильник может работать в условиях отключения электроэнергии или перепадов напряжения благодаря встроенному аккумулятору. Данная модель относится к общим видам медицинских светильников и может эксплуатироваться в воздушных средах с легко воспламеняющимися анестезирующими газами. Подключите светильник к электросети. После этого загорится зеленая индикаторная лампа на основании, указывающая на то, что прибор готов к работе, а аккумулятор находится в режиме зарядки. При нажатии выключателя в положение «ON» аккумулятор не заряжается. В головной части светильника расположены 4 источника света с галогеновыми лампами, каждый из которых состоит из рассеивателя, теплофильтра, предотвращающего нагрев головы врача, а также отражателя. Световой поток направляется на операционное поле от 4 светооптических элементов светильника, создавая достаточную освещенность и бестеневой эффект. К отличительным особенностям светильника относятся простота регулировки и вращения верхней головной части светильника и малые усилия для ее перемещения. В головной части прибора находится рукоятка для удобства вращения, а также регулятор освещенности. Штатив светильника состоит из нижней и верхней опор, балансирующего узла, рычага и шарнира. Включение и выключение светильника осуществляется выключателем, расположенным на нижней опоре штатива. В основании светильника встроен блок питания, в котором расположен трансформатор, блок предохранителей и аккумуляторная батарея. С обратной стороны блока находится сетевой шнур. Также для удобства перемещения основание светильника оснащено колесами.